Меня зовут Джеймс Морроу. Я доцент кафедры хореографии Университета Старого Доминиона. Наша кафедра попросила нас сделать небольшой проект о том, насколько наши методики преподавания индивидуальны. Я хочу поделиться с вами своей любовью к японскому сериалу аниме под названием «Наруто» и рассказать, как это отражается в моей работе. Конкретно, жесты рук, которые используют герои, чтобы вызвать их джитсу на протяжении всего мультфильма. Одна из дисциплин, которую я вел в этом семестре, была хип-хоп-танец и его культура. Но когда ударил вирус, нам пришлось все изменить из-за COVID-19. И мне нужно было найти несколько творческих способов, чтобы сделать танцевальный класс, который обычно находится в этом огромном открытом пространстве студии, теперь изменив его до размера коврика для йоги, так как большинство из нас танцуют на кухне, в спальне или гостиной. Поэтому я обратился к жестам Наруто и начал составлять связки. Что же в этом особенного? Это оказалось тем, что мне нужно. Я смог сделать действительно технически сложные связки движений, которые можно было записать, сидя прямо перед камерой. Жесты Наруто понравились моим студентам. Было очень круто, когда мы это делали. Что ж, я надеюсь, что вы хорошо провели время, узнав о моей любви к Наруто и японскому аниме, и о том, как это влияет на мою работу. Я Джеймс Морроу, доцент кафедры хореографии в Университете Старого Доминиона. Оставляю вас с настоящим Наруто.